20 минут о красивой жизни, позитивных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Современные требования к стройности сегодня высоки как никогда. Именно поэтому над красивой фигурой работают в трех направлениях – сбалансированное питание, физические нагрузки и аппаратное воздействие. Методика 3G – это комплексный подход к устранению локальных жировых отложений. Это лазерный липолиз, RF-лифтинг и ультразвуковая кавитация. Все эти процедуры предназначены по телу, то есть расщепление жировой массы на подтяжку кожи, тургор кожи улучшается. Первая из них – это процедура лазерный липолиз тела. С нее можно убрать до 300-500 мл жировой массы. Воздействие идет лазерные лучи на подкожно-жировую клетку. Тем самым идет выработка коллагена, эластина, и тем самым выводим жировую массу с организма. RF-лифтинг нагревает тело за счет силы тока и тем самым обеспечивает естественную подтяжку кожи. RF-лифтинг тела, он идет на подтяжку кожи. То есть там нагревается манипула до 60 градусов и идет выработка коллагена, эластина. Мы можем подтянуть тургор кожи. Тем самым улучшить проявление целлюлита, целлюлит можно убрать. Ультразвуковая аппаратура удаляет жировые клетки за счет низкочастотного тока. Ультразвуковая кавитация, она расщепляет жировую массу, которая со временем выводится с организма. То есть жировая масса расщепляется, и пузырьки ее лопаются, что со временем можно увидеть с уменьшением объема тела. То есть за одну процедуру где-то в среднем 3-5 сантиметров можно убрать. Методику 3G назначает врач-терапевт. У процедуры есть противопоказания, поэтому консультация специалиста просто необходима. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Распродажа брендов – это возможность пополнить свой гардероб новыми комплектами по приемлемой цене. Цельный образ из нескольких вещей в период поступления новой коллекции порой может быть не по карману. А чтобы в дни распродажи избежать лишних покупок, можно воспользоваться принципами формирования рационального гардероба. О них нам напоминает стилист-имиджмейкер Марина Синдюкова. Очень часто женщины в период распродаж страдают манией шопоголизма, скупают все подряд, а потом не знают, что с чем носить. И получается, вещей много, а носить нечего. Я бы рекомендовала при покупке вещей на распродаже все-таки думать о том, какие комплекты из этого получатся. Потому что современная мода, современная жизнь диктует, чтобы образ был гармоничный. Чтобы все совсем сочеталось. Даже очень эклектичные образы, даже образы, где сочетаются два, казалось бы, несочетаемых стиля, они должны быть продуманы и выверены. Стилисты советуют составлять комплекты в рамках одного или двух родственных брендов. Так соответствовать друг другу по качеству будут и ткани, и линии, и крой. В нашем случае это одежда «Карактер» с традиционным размерным рядом, а также «Елена Миро» марка с расширенной линейкой, позволяющая быть элегантной женщине в любом размере. Также в период распродаж стоит обратить внимание на универсальные базовые вещи. Хорошее пальто стоит хороших денег. И сейл – это прекрасная возможность приобрести себе такое пальто, одно базового цвета и одно какое-то яркое для вечернего выхода. Сейчас это обязательное условие гармоничного гардероба модного. Не стоит бояться таких покупок. Я считаю, лучше вложиться в дорогое качественное пальто, так как сейчас важно, чтобы верхней одежды в гардеробе было несколько на каждый сезон, приобрести его по приятной цене. Сегодня на наших героинях были представлены образы марки «Елена Миро» и «Карактер». Это две марки класса «Прет-а-Порте». Я бы рекомендовала в этот период выбирать вещи, которые беспроигрышными будут для вас. Например, ваши лучшие оттенки или ваши выигрышные фактуры, которые вас украшают. Силуэтные решения, которые наиболее правильно обрамляют вашу фигуру. И тогда неважно, это вещь из новой коллекции или это вещь из распродажного периода.
Причем я бы обратила внимание, то, что распродажи не всегда бывают сезонные, бывают межсезонные, бывают какие-то акции. Стоит следить сейчас за такой уникальной возможностью, чтобы вовремя оказаться в нужном месте и получить вещь своей мечты. Максимальное количество комплектов при минимальных вложениях – это главное правило рационального гардероба. Ну а чтобы в нем находилось место премиальным брендам, стоит отслеживать акции и распродажи. Тогда это будут не пустые траты, а разумная инвестиция. Бутик Елены Миро. Ликвидация коллекций прошлых сезонов. Скидки до 70%. Бутик Елены Миро. Проспект Ленина, 65. Благотворительный музыкальный салон Юлии Жаботинской представляет. Впервые с концертом в Челябинске. Харизматичный певец и композитор Чарли Армстронг. В программе мировые эстрадные и джазовые хиты. Изысканный ужин при свечах. 15 ноября. Конгресс-отель «Малахит». Изумрудный зал. Заказ билетов по телефону 235-75-55. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Вы смотрите Beauty Time, программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Grand Lashes 2018 – турнир среди мастеров по наращиванию ресниц – проходит в Челябинске уже в пятый раз. В этом году дата проведения – 2 декабря. А в настоящее время продолжается сбор заявок от участников. Есть несколько номинаций. Три из них технические – это классическое наращивание ресниц, объемное, куда входят все объемы до тройного, и мегаобъемное наращивание ресниц. В этом году мы выделили ее отдельной номинацией, потому что было очень много просьб по этому поводу. И есть также творческая номинация, это фантазийное наращивание ресниц, номинация «Образ». Здесь уже, конечно, командное участие, здесь принимает участие и парикмахер, и визажист, как правило, и готовят полностью сборный образ. В этом году у нас тема двойников, Lash Star, поэтому нам нужно будет создать звезду и повторить ее выступление. Юбилейные медали предусмотрены для всех участников турнира. Что же касается гран-при, помимо кубка, победитель получит ценный подарок – кольцевую лампу новейшей модели, незаменимую в работе мастера. В рамках турнира также состоится бьюти-пати – конкурс творческих видеовизиток, борьба за корону среди лэшмейкеров, визажистов, бровистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. Нужно снять клип о себе, о своих талантах, в течение 2 минут рассказать красиво о себе, выйти и ответить на вопрос ведущего. Если все будет здорово, то жюри проголосует, и корона ваша. Оценивать профессиональные номинации будут сертифицированные судьи. В их числе победители прошлых лет, которые впервые выступят в новом качестве. В этом году я в новом амплуа, я уже в качестве судьи. Сложность в том, что нужно досконально все проверить, там склеечки, отступ, все. Допустим, в качестве участника на это мало обращаешь внимания, а вот у судьи, да. Каким бы успешным ни был лэшмастер, стать профессионалом высокого уровня можно только испытав себя на подобных турнирах. Я считаю, что участвовать, наверное, обязательно нужно. Это такой определенный, наверное, заряд какой-то. Даже не столь занять какое-то место, сколько просто это все прочувствовать. Ну и, конечно же, если все-таки забираешь какое-то место, это, понимаешь, что ты значимый, наверное, в этой сфере. Также знакомство с многими мастерами, потому что даже из других городов приезжают, это очень интересно. Я вот, допустим, со многими девчонками до сих пор общаемся, поддерживаем друг друга, скидываем даже свои работы, оцениваем. До турнира Grand Lashes еще больше месяца, а потому еще есть время подать заявку на участие. Подробности у организаторов Академии Премиум Бьюти. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск.
Несмотря на популярность пластических операций, большинство пациентов старается прибегать к хирургии в последнюю очередь. Тем более, что инновации в косметологии обеспечивают профилактику старения. Сегодня речь пойдет об инновационной методике безоперационной подтяжки лица. Вот в чем она заключается? Она заключается в том, что высоко сфокусированный ультразвук проникает на глубину смаз-системы, это поверхностный мышечно-апоневротический слой, и там проводит микрокоагуляцию, за счет чего стимулируется выработка собственного эластина и коллагена и вызывает хороший лифтинг лица, подтяжку, уменьшение носогубных морщин, как раз то, что вам не нравится. Инновационный аппарат позволяет контролировать степень воздействия, работая в определенных слоях кожи. Высоко сфокусированный ультразвук позволяет коагулировать участки на заданной нами глубине. На аппарате есть визуализация, и мы точно видим, в каком слое мы находимся. Опять же, в слое смаз, либо в собственной дерме, либо в поверхностных слоях. Аппарат не вызывает нагрева тканей периферического, поэтому вы можете не опасаться за возникновение каких-то внутренних рубцов и каких-то изменений кожи, которые были бы нам нежелательны. И также аппарат сделан таким образом, что предотвращает возможные осложнения. Различные виды специальных насадок, манипул, позволяют работать с веками и контуром лица, а также воздействовать на жировые ткани, моделируя как овал лица, так и проблемные участки тела. Процедура очень похожа на хирургическую подтяжку, но совсем без реабилитационного периода, а эффект будет сравним с хирургической подтяжкой, потому что мы как раз будем работать на том слое, который был доступен раньше только пластическим хирургам. Это поверхностный мышечно-апоневротический слой. Ощущение тепла и небольшого жжения вы можете чувствовать. После процедуры может наблюдаться некоторая отечность небольшая и небольшое покраснение, которые в течение суток уже пройдут. И некоторая болезненность лица может сохраниться в течение 2-3 недель. Но в покое вас беспокоить не будут, и окружающие не будут замечать, что вы провели какую-то процедуру, можете спокойно ходить на работу и быть социально активны. Чуть-чуть покалывает, чуть-чуть жжет, но это на самом деле все очень не больно. И будем ждать эффекта через 2 месяца. Процедура проводится однократно. Эффект проявляется в течение нескольких месяцев. А сразу после проведения необходимо соблюдать рекомендации врача. После процедуры не рекомендуется делать массажи лица, не рекомендуется посещать сауны, солярии, активные занятия спортом с отягощением. Легкая физическая нагрузка не возбраняется. Но желательно в первые несколько дней все-таки ограничить нагрузку физическую. И через недельку-полторы вы уже сможете приступать к обычному образу жизни. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200-23-23. Академия наращивания ресниц Premium Beauty представляет 5-й турнир Grand Lashes 2018. Разыгрывается 30 кубков и 1 гран-при. Юбилейные медали и призы каждому участнику. В рамках турнира также состоится бьюти-пати, конкурс творческих видеовизиток, борьба за корону среди лэшмейкеров, визажистов, бровистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. Незабываемая шоу-программа с участием лучших стилистов региона. Узнать подробности и подать заявки на участие можно в официальной группе Grand Lashes 2018. Приглашаем к сотрудничеству представителей индустрии красоты. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», 2 этаж. Вы смотрите «Beauty Time». Красивые подробности красивых событий в формате «No Comment» в завершении выпуска.
Все сюжеты Beauty Time в любой момент можно посмотреть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта. Модный дом «Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.